Трехсантиметровый отрезок волоса знает очень много о твоей жизни. И рацион за последний месяц, и регион проживания, и степень счастья. А ты еще и сомневался, мыть или не мыть, брить или не брить. Сегодня аккуратно расчешем самые запутанные мифы о волосах. Ежедневно мыть голову не слишком полезно для волос и кожи. Шампунь смывает естественный сальный слой и вынуждает железы работать в усиленном режиме. Также говорят, что волосы могут привыкнуть к шампуню. Это неправда. Вообще голову нужно мыть два раза. Первый прием – мы смываем грязь. Второй прием – активируем компоненты шампуня. Кондиционер нужно наносить на подсушенные полотенцем длину и кончики. Уходовые средства должны покрыть тонкой пленкой волос, а не закупорить поры на коже головы. Многие мамы бреют голову младенцам, чтобы стимулировать рост волос. Другие часто стригутся по той же причине, причем непременно в период растущей луны. Но ведь волос растет от корня, а не от кончика. И вообще голова не газон, поэтому подобные мероприятия не могут сделать волосы сильнее и гуще. Вообще до 1 года детей брить не рекомендуется, потому что у них еще не сформировались луковички. Мы можем их повредить. Ежедневно у взрослого человека выпадает до 200 волосков, независимо от длины. Уже расщепленные на концах волосы не склеит никакой чудодейственный шампунь или бальзам. Их необходимо состричь. Усердное расчесывание по 100 раз, особенно мокрых волос, входит в самый топ заблуждений. Механическая процедура неизбежно повреждает даже здоровые волосы. Расчесывать волосы нужно только начиная с кончиков, плавно двигаясь к корням волос. Конечно, считается идеальной расческой это с натуральной щетиной, которая не выдирают и благотворно влияют на ваши волосы. Ежедневно массировать голову минут по 15 – полезная привычка. Расческу лучше выбирать из дерева или рога. Металлические зубья слишком жесткие, а пластмассовые гребни могут электризовать волосы. В идеале нужно мыть щетку после каждого использования. Если у вас есть проблема с перхотью или сухой кожей головы, то не стоит решать эту проблему самостоятельно и думать, что если вы смените сейчас шампунь, то все изменится. Нет, ни в коем случае. Нужно идти к трихологу и выяснять эту причину и смотреть уже внутренне, в чем произошли изменения. Сиборея не заразна, но использование одной расчески на двоих и более человек чревато другими кожными заболеваниями. Горячие укладки можно делать только на свежевымытые волосы при использовании термозащиты, потому что кожное сало закупоривает поры волос и препятствует доступу кислорода. Конечно же, горячие укладки вредят волосам, несмотря на использование всех ухаживающих средств. Поэтому их рекомендуется делать не чаще 2 раза в месяц. Единственный безопасный фен – инфракрасный. Локоны быстрее сохнут, почти не электризуются, а циркуляция крови в коже головы улучшается. Еще несколько мифов связаны с окрашиванием. Хна не такая уж натуральная и безопасная. Она делает наши волосы жесткими, хрупкими и ломкими. И еще она забивает поры кожи головы, из-за чего волосы начинают выпадывать, либо совсем не расти. Хну невозможно перекрасить другие оттенки, только если в черный. Поэтому надо немножко подождать и состричь полностью волосы. Посидеть от экстремально печального или страшного события нереально, но вот хронический стресс может повлиять на ситуацию. Пугалка насчет вырви один белый волос и на его месте вырастет 2 – миф. Самое неприятное, что линька может начаться спустя несколько месяцев после стрессовой ситуации. Так что переживайте поскорей или не переживайте вовсе. Пусть голова будет чистой, но не пустой.